Что же, всем привет, дорогие друзья, сегодня у нас обзор мода, так что погнали. Так, ну что же, сегодня у нас мод, как вы могли догадаться. Custom NPC. Здрасте, где-где, а тут меня не ждали, а я пошел поднимать канал с низов Ютуба. Так, и сегодня будет не полный обзор, сегодня будет обзор только на самих NPC. Вот такие приборы у нас есть, так сказать. Приборы — это не мечи, это не оружие, то есть, а это именно предметы. Так, и главный инструмент у нас — это такая мотыга, это NPC Wand, создатель NPC. Мы просто кликаем правой кнопкой мыши по блоку, и у нас появляется NPC. Мы тут можем ему добавить имя, например, даже Макс по-русски. Тут можем спрятать ник или показывать. Вот так он будет, он всегда будет зеленым, но его можно спрятать. Так вот. И показывать только когда такого. Сейчас. И. Ну, я его ударить не могу. Так что. Пускай показывает. Дальше. У нас есть его модель. Можем настроить. Вон. Вот это база, да, его. Ну, база, да, кое-что еще. Уши вроде. Нет, это когти, вот это уши. Опускаю вот так вот. Раз он глазами смотрится, да? И тут глаза можем сделать обычные, какие на схеме нарисованы, или такие вот с красной точечкой, ой, с белой точечкой и бровями. Он будет моргать еще. Вот, еще у NPC вот, полностью заполнен второй слой. И не как у пыжистых скинов. Ну, вы знаете. Вот. Так, модель тут. Тут много разного, короче. Дальше можно выбрать скин. Я вам чуть позже покажу, как добавить свой скин в этот мод. Ну, пока тут мы текстуру вот. Это ее можно выбрать тут вот. У нас останется вот такой третий наш чувак такой. Так что текстура, как у игрока, скин или с веб-сайта там что-то. Дальше. Текстура плаща ему можно задать плащ. Плащ такой. Вот такой. Такой пускай. Вот. И наложение текстур. Ну, тут они не понимают. А, и вот выбираем. Это, видите, расширились. Тут такие брови или что. И такая улыбка страшная. Так что. Ну ладно, пускай так, в принципе. Так, имеет живую анимацию. Да, это то, что он будет шевелиться, а так он будет просто стоять и не двигаться. Вот эти вот, видите, шевелятся вот. Вот у них руки те расходятся, а у этого нет. Включаем и вот. Опять он там делает. Дальше. Видимый, ну, это понятно, но невидимый, то, что будет. Не такой, что невидимый, но можно увидеть все-таки. Вот эта полоса босса, это то, что как у Эндер Дракона, такой вверху экрана будет такая полоска. Вот, так. Вот такая полоска, Макс. Ну, у нас спрятан просто. Цвет вот этой полоски. Цвет. Розовый, синий, красный. Вот. Он такой красный, зеленый, может стать зеленым. Так, дальше. Характеристики. Ну, тут все понятно, это здоровье. Агрорадиус — это 16 блоков. Тип существа нормальный. Нежить, членистоногий, нормальный. Так, я и их почему-то ударить сам не могу. Их они могут быть враждебны на мобах, но только каких, которых атакую я, они будут
атаковать их тоже. Вот у меня мод забаговался. У меня всего одна страница, вот тут вот эти предметы и некоторые блоки. Но тут должны быть еще две страницы, это оружие. Нет, даже три страницы, это декоративные блоки, это оружие и броня. Вот. У меня их нет почему-то. Я на 1.7.10 заходил. Там и все было. Детям 7.10, эти инструменты можно было скрафтить из хлеба. Этих на 1.12.2 уже нельзя. Так, в инвентарь мы можем им одеть любую броню. Так, можно так именно одевать. С шифтом это не получится. Можем им дать меч в руки. Как в правую, так и в левую. И так и на спину вырвусь. Щиты мы дадим. Добро. Дальше мы можем. Ну, инвентарь, понятно, нормальный. Автосбор нормальный. Дальше продвинутый. Мы можем ему дать роль, например, продавец. Мы можем сейчас эти возьмем что-нибудь, например, вот за стак сделать. За стак золотых слитков он нам даст одну гнилую плоть. Вот. Или он нам даже отдаст их бесплатно, если мы вот сюда ничего не положим. Сейчас посмотрим, берем из рук. И торгуем за стак золотых слитков, он нам даст гнилую плоть. Или может так просто отдать. Так. Полностью такое текстурным мечом. Меча это предметы перемещает NPC. Ну, он заставляет их ходить. Но только в одну сторону, почему-то не знаю. Мы кликаем правой кнопкой мыши и потом на блок, чтобы куда он подошел, например, на этот. И мы удаляем верхние координаты. Выходим, и он идет сюда. Это клонер NPC. Вот это мы нажимаем правую кнопку мыши. Ну, сохранить и сюда тыкаем, вот бокс, и нам и яйцо прилетело, и появляется второй бокс. У нас точно такой же броне, такими же характеристиками. А чтобы поставить свой скин в кастом NPC, просто заходим в папку с модами. Это можно сделать через спуск, пишем модс по-английски. Вот наш мод, поставлю сит. Открыть с помощью WinRAR архиватора. Предложение, чтобы купить полную версию. Так, заходим в Assets Custom UFC. Textures. Textures Unity. И теперь заходим в Manmari. Сказать шут. Я ее забыл. И вот сюда вставляем какой-нибудь скин. В моем случае это вот такой скин. Вот, какой-нибудь скин. Вот такой скин. Ну а я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал и будете ждать следующих видео. Извините, что так долго не было видео. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока. Ставьте лайки, чтобы я пришел в следующем выпуске. Пока-пока.